Как известно, уже несколько лет подряд она практически не выходит в свет и не дает концерты. В эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» внук артистки Стас Пьеха рассказал о том, как чувствует себя звездная бабушка. Поклонники знаменитой исполнительницы и народной артистки СССР 84-летней Эдиты Пьехи в последнее время часто вызывает беспокойство поклонников. Как известно, уже несколько лет подряд она практически не выходит в свет и не дает концерты. В эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» внук артистки Стас Пьеха рассказал о том, как чувствует себя звездная бабушка. Музыкант рассказал о том, что она ведет затворнический образ жизни, не гуляет и почти не ходит. И очень сложно ее заставить что-то сделать. Впрочем, если у эстрадной дивы намечается редкое выступление, то она ведет себя активно и удивляет энергичностью, но как только у нее намечается концерт, она бегает. Летом 2021 года в шоу-бизнесовом сообществе заговорили о том, что у звезды начались серьезные проблемы с ногами. В свое время артистка перенесла несколько операций на коленях. Но после хирургического вмешательства она их не расходила и теперь страдает от последствий операций. К слову, Стас Пьеха – артист, который откровенно делится не только подробностями жизни своей семьи, но говорит о своем проблемном прошлом. Артист с юности страдал наркотической зависимостью и был частым гостем специализированных клиник для наркоманов. Сейчас, по словам музыканта, он не употребляет запрещенные вещества и научился ценить жизнь. Несколько раз Стас Пьеха находил меня на грани жизни и смерти из-за передозировки, но в итоге медикам удавалось его спасти.